Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Серега, Стенка, Неон Кэт, пацанчики, скажите крутые слова. Всем приветики, облечки. Всем привет. Пяк-пяк. Я здесь на вышке поставлю бензопилу, кто я первого отберет, тот и маньяк. Если пяти, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в лабиринте. Ставьте лайк, если подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, бежим со всей силы. Что же нам еще делать? Так. Я упал в лабиринт, fucking shit. Серега. Ура, да. Ну, я рядом уже. Да, хорошо. Я взял. Ой, блин. Кто-то бензопилу взял. Я слышу звук бензопилы. Сенка взял. Бульбасавр, ну что ты такой слабый? Да. Серега, ты где? Я сдох. Серьезно, тебя запилили? Да. Димас на вышке. Эй, нельзя так. Твоюшка лошматки, блин, да ты псих какой-то. Да почему так все быстро произошло, Серега? Потому что. Да ну блин, да ты какая-то читерская пила. Отстань, Дима. А где ты? Я же тебя видел только что. Секири, я тебя видел. Ребята, будем бежать на интуицию, а вдруг найду. Так. Внимательно, внимательно. Где он? Я его не вижу. Так, надо, короче, на вышку бежать, потому что только на вышке видно. О, на вышке стоит настоящий игрок. Нет. Так. Вижу. Я тоже вижу человека одного. Тут спринтра бегает, я его вижу. О, есть. Запилили. Так, кто еще живой? Стрим. А, вижу. А, то есть бензопилой челик бегает. Блин, так я никого и не запилил. Хочу запилить. Так. Вон, вижу. А какой Чика. Скин у него? Чика? Чика Найтмар. О, иди сюда. А, в какой части лабиринта он, Серега? Возле вышки где-то. Я бегу. Вижу. Вижу, он на вышке вообще тусуется. На вышку все, пацаны. Нет. Лучше запустим пилу сразу. Мы можем, кстати, стоп-словом прописать, и не слышно звук пилы. Ой. Я думал, ты по мне стрелять вздумал. Так. Серёжа. Мы его должны убить. Убил. Да ладно, убил. Так четко. С прыжка. Офигеть, ребят, это было эпично. Ну что, сейчас время жесткого убегания. Вы готовы, ребята? Время веселья. Ой. Господи, спаси и сохрани. Я сразу, короче, ребята, бегу на башню. Выживаем с башни. Я уже на башне. Да? Ну что, ребята, ждем. За сколько времени к нам добегут злостные марионетки? Я кстати, я вижу. Я уже вижу что-то, Серега. Давайте посмотрим, можно ли убрать ихнюю кремерную морду. О, можно, кстати. Ну, только я теперь не знаю, агрится за мной кто-то или нет. Пацаны, вы готовы умереть? Дима. Я вижу, они приближаются, Серега. Они уже ближе. Дима, они, походу, все за тобой бегут. Ты думаешь? Да, потому что у меня нету скримеров. Да ладно. Так, смотрим, ребята. Сейчас они должны в башню забегать. Ну, я знаю один способ, как выжить, я знаю. Вон, все, три марионетки, 4, есть, 5, есть. 7, 8 они ближе, ребята, они ближе, это очень страшно. Будьте внимательны. Дима, они за тобой, походу. Да ну вас! Серега, убила! А вот теперь за мной. Убила, пацанов, отлично. Ну что, я нашел, как всегда, выход ситуации, я остался живой, а пацаны начинают погибать. Ну ты хитрозадый, сам сдох это и... Какой сдох? У меня 80 хп. А тогда почему марионетки на меня накинулись? Не знаю. Они я вот... Вышли. Да, я знаю, но видишь, и пацанов убивают, значит, не за все за мной. А что ты за мной думаешь, что они всегда? Очень тебя. Опасно. Очень опасно падать, так что надо прыгать с каким-то запасиком всегда. Чпоньк. Они прям возле меня, смотрите, ребята. Так, а нету, а где? Я же видел, только что здесь была. Я нашел способ, как их обмануть. Да? Как?
на край башни стою. Когда к тебе идут, прыгаешь в бок, и они падают. Блин, точно. Еще? На тебе еще парочку. А я-то умер. А, блин, зря только навалил тебе 100 штук. Так, ну а что, пацаны? А не миллион? Не миллион, потому что начинает подлагивать карта, не тянет. А тут парочку марионеток застряло, кстати, в стенке. Так, ну что, вы не хотите спрыгивать? Нет. Зря. Зря, пацаны. Я спрыгнул и снова на башню залез. Секунду. А вот теперь вы будете спрыгивать. Ребята, где вы увидите выживание в лабиринте с аниматрониками и смерчем? И торнадо. Ну что, мне жопа, мне скинуло вниз. Вот это эпик у нас, классно, ребята. Мне нравится такое. Серега, тебе нравится? Это жесть. Сейчас они ко мне придут. Надо воду. Надо воду. Я понял, как выжить. Они когда будут на дне ходить. Так, так, так. Интересно, на воду придет ко мне смерч? Ой, я вижу, там кто-то полетел. Я встану. Понимаю, не маленький еще. Давайте посмотрим. Блин, мелковато. Мне кажется, достанут мои пятки. Вот, нету, нету, нету. На берег не идем. Ой, сейчас смерч, наверное, меня выкинет. Вот это он мигает. Серега, ты где? Я на башне стою. Молодец. Они прям подо мной, смотрите, три. Три штуки, внимательно. А как от них отбежать? От них не убежать уже. Разве чтобы они на другого переключились. О, вот так вот надо к этому челику идти. Базавр, на тебе. Я тебе немножко подарил одного штучку. На тебе еще парочку. Только не от тебя переключается, сразу убегаю. Ну, этот торнадо громкий, конечно же, минус уши. Да, мне нравится, круто получается. Я люблю вакханалию. И мои подписчики тоже. Да, кстати, да, Серега, стоп-саунд можно. О, нате вам. Ой. Дима еще марионеток поставил? Не, я сейчас умру. Блин, да я знал, что я умру, если честно. Идет. Они голимые, эти марионетки. Они меня вечно убивают. Нельзя? Блин, печально. Сейчас меня убьют. Тебя защищу. Защитишь? На тебе, гори огнем. Ну чё, давайте, идите ко мне. Я покажу, ребята, как надо выживать. Разгоняйте ее резко в сторону. Резко. А, блин. Ой. Учитель, который умирает. Ого, у нас тут веселье, ребята. Такое я люблю. Пошли в жопу. Ай-яй-яй, что ж я наделал? Прощайте. Блин, а... О, отлично, здесь я могу немножечко постоять. Серега, ты где? Я марионеток расфрижу, они все в стенке застревают. Ага, из-за стихийных бедствий, наверное, подкидывала их. Они застреют. Так, ребята. А, берем правильно. А, луч. И красивый замах делаем. Оп. Нет, криво, криво, криво. Надо дальше, то я погибну. Давайте вот эту бомбу. Серега. Я, короче, кидаю в лабиринт бомбу небольшую, маленькую. Блин, давай, сам давай. Себя взорвал. Идиотус. Это жалко, смотрите, какой взрыв был. Ты бомбу знаешь, куда кинул? Ты не в лабиринт, ты в океан кинул. Да я знаю. Смотри. Прощайте, ребята, это вы были хорошими людьми. Ой-ой-ой. А, тут сталкеры же были, я их поубивал. Чё, Серега, не то? Не, слабенький. А чё? Вроде же нормально. Че, нормальная бомба? Ой-ой-ой! Ух ты, что там творится, ребята? Вся карта. Серега, ты что там взорвал такое? У меня аж вылетают кадры. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Привет. И я ждал лабиринт. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и все ждали карту Лабиринт. И у нас сегодня очень крутая рубрика. Аниматроники гоняются за нами в лабиринте. Погнали! Так, я уже вышел, давайте.
Все, ты уже вышел на охоту? Да. Давай, я в тебя верю. О, какой он медленный, пипец. Да, в этом и есть смысл. Вы пока что бежите от меня. Мух, ты меня никогда не найдешь. Думаешь? Ну, уверен. О, надо еще попасть. Ой, не туда. Ну да, надо же еще хорошо прицелиться. Ребята, кто хочет с нами записывать? Заходите в наш Discord, ссылочка в описании, или вы можете с нами записать классный ролик. Всех ждем. Я испугался. Беги, беги. Он там бежит. Да, я вижу. Когда уже будет 5 аниматроников и 3 выживших, то мы сможем туда брать перегвождатели. Но я уже заранее взял, потому что знаю, что буду выживать очень долго. Опа, да. Выживал. Ну нормально, пацаны. Все хорошо, бежим. Остановись, у тебя же руки разлетались. Прикольно, прикольно. Убегаем со всей силы. Так, стоим. Я успел убежать, он медленный. Нет, забирай свои слова назад, он не медленный. Да я медленный, капец. Класс. В этом и есть смысл. Давайте убить этот, тоже тихонять начать. Попрежь всем. Давай, ты убьешь, я верю в тебя. Ребят, скажите, а кому страшно? Вопрос, а он снимает из жизни или он сразу пугает? Мне просто интересно, не понимаю. Он убивает сразу. Ты меня не убил. А мы увидим, вот. Никнейм же высветится, когда убьет. Димас, живем. Вы просто стойте и смотрите, что я делаю. Вот так главное стоять и два угла одновременно чекать. Стоим. Мы с ним встретились, кстати, в узком коридоре. И он не смог меня убить, он просто не смог, это очень тяжело. Мы тоже. Пацаны, он сзади, вот он бежит, быстрей! Я пошутил, там никого не было. А вот он, блин, быстрее, пацаны, сейчас обосраться можно. Он сзади, он сзади, он сзади, ребята, бежи, не останавливайся. Беги. Ну нафиг, он стрёмный. Он сзади, он сзади, он сзади. Всё, стоим, чекаем два угла. Он там, он там, он там. А, бегите, дружбцы. Убили? Все, ребята, два аниматроника, сейчас будет намного сложнее, так что не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Ну где ты, э? Страшно. Я не могу попасть. Страшно, страшно. И сюда. Кстати, этих аниматроников, вот этих на изонопаках, их пятеро. Они все одинаковой скоростью. Не, по-моему, Фокус чуть побыстрее бежит. Да? Я их слышу. Наверное. Не, они не одинаковой скорости. У них. Пацаны, вот он. Нет, его там. Вот так стоим, чекаем. Вот он. О, сзади бежит Чика. Тихо, нет, он убежал. Он убежал. Я видел, бежит. Не-а. Да. Нет, я тут. Ну куда вы бежите? Остановитесь. Я добрый аниматроник. О, Боня, привет. Чекаем, да, мы два угла стоим. Волк, беги как можно. Есть кто-нибудь? Хорошее место у нас, ребята, мы успеем. А, нет, быстрей, 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 не задерживай. Не задерживайте, пацаны, это очень стрёмно, когда вы бежите передо мной медленнее, чем я. Нормально, ничего, ничего, выживаем. Я живым не дамся. Я буду до последнего. Сколько, два аниматроника только? Да, два, да, уже два. Кстати, мы взяли такой, знаете, есть баланс, да, небольшой такой? Уже три аниматроника, что не так легко и убить. Да не старайтесь меня убить. Почему? Прям слышно топот где-то. Да, очевидный топот. Он там. Я видел его. Чекаем. О, все, уже 4. Да что вы так быстро убивать начали всех? Да, все, пошла. Пацаны, бегите. Кислота. Да отстань ты, конченый. Я буду выживать. Не будешь ты, я тебя следующим убью, Дима. Нет. Да. Нет. Мы живем. Главное, что бежать. Беги, Вася. Блин, где вы? Лабиринт, блин, большой. Мне наркоманчик. Я согласен. Классный лабиринт, мне нравится он. Это прятки прикольно записывать. Прятки нет, только догонялки. Тут прятки, ну не где заныкаться. Я лучше порталы всякие будут еще. Там была карта такая. О, кстати, ребята, если вы хотите, чтобы мы выживали в этом лабиринте с порталами, ставим 2000 лайков. О, это когда было. Кстати, уже наставили лайков на лабиринт, где темно. Будем в темном лабиринте записывать, так что ждите ролик. Может, даже завтра и выйдет. Пацаны, для того, чтобы выжить на этой карте, вам надо постоянно перемещаться. Я вам серьезно говорю, только так. И слушайте, Димас, и слушайте.
Все хорошо, не напрягайтесь. Просто очень сильно страшно, когда знаешь, что бежит сзади аниматроник. Ах ты, блин, негодяй, а? Хорош. Тебя поймали? Нет, я живой. А ты же видишь мой никнейм. Да, я просто не видел. Что... Внимательно. Да ё-моё, ну ничего, смотри, мы с ним встретились, тупо, а лоб-лоб, я не смог меня убить. Ой-ой-ой-ой, как страшно. Ребята, легко убегать, легко. Очень легко от них убегать. Ты тебя пройдет пугает. Опра, заворот. Блин, ладно. Да беги, Спапайрус. Шмапайрус. Красиво, красиво, ребята! Убегай! Убили! Убили, ребята! Ну что, я теперь могу использовать пригвождатель. Договаривались. На шестеро. Договаривались. Есть. Эй. Ну что, ребята, вот как-то так. Я выживаю. Ой, блин, ты что, аккуратно, я чуть тебя не пригвоздил. Да, все, кто выживший, можете использовать пригвождатели. Только против аниматроников. База тоже. Давай, давай, давай. Успей стрельнуть. Главное успеть стрельнуть. Ну, давай вперед. Надо выбирать очень длинный коридор прямой. Охота, охота выдвинулся на аниматроников. Ну что, где ты, подлец? Я тебя убью. Ну что, подлецы? Я охотник на аниматроников. Я убью каждого. Да блин, ребята, это круто. Самые крутые выживания. Это самое. Они там все пригвождены. Идемте дальше. Пригвождать, не пускай его. Я запомнил твое лицо, я тебя скоро убью. Ты не сможешь меня никогда убить, потому что мы как лохов вас расстреливаем, а вы нам ничего сделать не можете. Накидываем, накидываем. Он Фокси вонючий. Стоять, падла. Вообще легко, ребята. Ну это очень просто. Ну. Как так-то? Как? А ты сказал, тебя не убьют, а Димас. Так подожди, а почему он был пригвождённый и побежал? Потому что это магия. Это цыганская магия? Блин, пацаны. Что, всех убили? Да, всех убили. Пацаны, разбегаемся по карте. И через 10 секунд... Нет, давайте не через 10. Через 20 секунд битва ПВП. 3, 2, 1, 0. Битва началась. Аниматроники против аниматроников. О, ах вы, зараза, зажали меня. Я поддался специально. Так, ну что, кто остался последний? Ну? Кто выжил? Ему сюрприз в конце ролика. Давайте сюрприз. Последнего по всей карте искать. Прям разделимся. Так, ну что, вы готовы к сюрпризу? Выжившая. Все, я убил. Да. Ну что? Закрывайте глаза и выходите из квартиры. Зачем? А сейчас увидишь. Юху, всем привет. Всем привет. Наконец-то у нас очень классная карта, потому что все написали в комментариях, чтобы мы взяли карту Лабиринт. Если вы не кушаете, приятного аппетита, у нас карта Лабиринт и собака-кот, кэт-дог или монстры Хендерс у нас сегодня будут у нас гоняться за нами в Лабиринте, а мы будем выживать. Погнали! Давай, на счет 3 можно смочить. Раз, два, три, выживаем. Поехали, пацаны, ну держись. Давай, 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 я верю в тебя, ты не сможешь никого убить. Во-первых, надо очень большой опыт, очень большой. Я видишь? Попал, не попал. Нет карты. А он не сможет попасть, вы можете рядом ходить, он ничего не сделает. Так, не понял, я упал. Ты прыгай. А, тут прыгать можно? Ну ты же прыгаешь, ты что, не видишь? Ах ты.
Привет, давай, давай, я в тебе. Ему неудобно прыгать, я знаю, что я буду использовать его слабости. О, пацаны, давайте, короче, все паркурим на ту вышку стеклянную. Встречаемся там наверху. Будем его троллить там. Я потихонечку. Уже. Режим полета, наверное, надо да, отключить, чтобы никто не летал. Чпонькс, чпоньк. Кстати, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И любой может с нами зайти и записать. Кстати, вернулся к нам King Gunfire, кто помнит его в роликах. Давайте плюсик в чат, кто помнит King Gunfire. Кстати, надо записать, значит, нам рубрику «Аниматроники пугает охранник». И вообще, я хочу сделать новую рубрику про аниматроников. Это все анимации показать. Какая анимация самая крутая? Как вы думаете, как такая вам рубрика? Блин, запрыгивай кусок. Может. Просто надо найти, кто анимируется нормально. Так, я уже допаркурил, пацаны, вы где? Я вижу, он там сзади прыгает, как дурачок. Да, сейчас, наверное, будем мы тебя мочить, а не ты нас. Алло, ну зачем вы стреляете, когда я даже сам не могу нормально идти? Ты не можешь идти нормально? Я не могу нормально идти. Хорошо, можешь брать пилпак любой. Можешь даже аниматроников брать, давай. Сегодня у нас свободная тема. Всё. Сегодня не я выбираю пилпак, а сегодня пилпаки выбирают подписчики. Давайте, сегодня... Кстати, будем делать новую рубрику. То, что подписчики хотят, то и будем записывать. Прямо на лету. Погнали, давай, бери кого хочешь. Только не тот, кто бьет на расстоянии, так будет не сильно честно. Давайте, гасим его. Он где-то там. Он уже не там, кстати, он должен сейчас и тут быть. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднимать людям настроение. И продлевать людям жизнь, раз люди много смеются. Вы видите его, этого челепиздрика? Я не вижу. Вижу, вижу, идет. Фликс, ты можешь брать любого, любой пилпак, какой хочешь. Нормально. Пойдет тебе этот, хорошо, мы тебя гасим. Пока ты там этот, мы тебя будем раздуплять. У него же 4500 жизней, мы уже пятихатку вынесли. Шальная пуля. Так, пацаны, он сюда приближается, будьте внимательны. А-а-а! Фух, я чуть не упал. Он идет, внимательно, чекаем. Закидываю, закидываю проход красными гранатами, закидывайте. А, я не успею, наверное. Где эта граната? На. Выдаю гранаты. А! Пацаны, пацаны, все нормально. Все живые, никто не умер. А-а-а! Я упал, нормально. Пацаны, он всех разогнал с потолка. Ой. Побежали, побежали, побежали. Не знаю, есть бабка Гренни, есть аниматроники, куча разных у нас. Убийцы всякие есть. Так что, ребята, давайте, кто проигрывает от его рук, тоже становится убийцей. Так, я не знаю, я куда-то бегу в сторону вышки. Но у него очень большие преимущества, он мог бы нас убить, но тяжело. Так, 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 поднимаемся наверх. Он ушел? Он ушел. Кстати, там же есть пилпаки, которые лазят по стенам. Но не буду я ему рассказывать про это. Нельзя знать. Никому. На! Ой, четко попал гранаты, а прям там, где он находится. Сдохни! Алло, вот это мы его гасим, прикольно. Давай, РПГшник. Я в тебе верю, ты сможешь. Красиво, красиво. Ну, это, конечно, с опозданием большим. Убил его? Да. А, ну... не, вон он. А, нет, труп, кажись. О, я убил. Не того. Извини. Вижу цель, не вижу преград. Так, что у нас есть? У нас есть вообще очень классное оружие. Называется оно Грендвич. Это очень мощный воздушный удар. Ого. Бегите уж. Ой, сейчас будет жестко что-то. Слышите взрывы эти? Это с неба летят. Я не знаю, что будет. Сейчас будет что-то такое жестокое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, красиво, красиво. Давайте сделаем еще красивее. Мы сейчас, короче, знаете, что здесь делаем? Смог.
Так, я уже не помню, где тут где-то есть Mortal Strike. Третья мировая война, что ли? Море. Пацаны, я убегаю оттуда, я и вместо дыма не то вызвал. Где-то есть тут смоки, я уже не помню. Мировая война была только что. Да? Так это же классно. Слышите, летит самолет. Ого! Вон он пролетает и гасит просто всех. Пролетел, пролетел. А сейчас четвертая мировая была. Да? Грэндвич, Грэндвич. Вот, смог. Прикольно разговаривает. Так, пацаны, а где наши убийцы? Ого, это было рядом. Я вам сейчас там задымил все. Так, паркурим потихоньку. Димас, мы уже на вышке. Слышите? Взрывы в воздухе. Да это не сильно будет. Это так, чуть-чуть. Это домовушка, чтоб не было видно, кто где. Leitstelle, hier Gruppenführer, könnt ihr eine Rauchschwade an diese Stellung abfeuern? Ende! Leitstelle, hier Gruppenführer! Ой, сейчас будет жестко. А где убийцы-то? Никого нету, что ли? Ха-ха! Че, умерли все или что? Ой, куда-то сейчас летит что-то жестоко, надо валить. Я, наверное, на эту сторону вызвал. Ой, пошло, пошло. Ух ты! Сори, обстоятельства. Фликс, а ты где? Я здесь. А что ты нас не мочишь? А я попасть не могу. Хорошо, давай, мы тебя ждем вот тут, вот, на зеленой зоне, там, где поле возле воды. Давай, иди сюда. О, вижу, 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 пошел. Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Под воду пошел? Нифига себе ты можешь, мужик. Ай-яй-яй-яй-яй, это было рядом. Ой-ой-ой-ой, давай, попадешь, не попадешь? Ну я ж не такой, как пацаны. Я немножко по-другому играю. Это будет воздушный удар, походу. Вот, летят, летят, надо валить. Слышите? Ой-ой-ой, сейчас на аниматроника прилетит кое-что. Ой, красиво. На, убили? Аниматроника загасили? Я загасил, кажись. Нифига себе ты этот. Какой-то имбовый. Убить аниматроника это редкость. Так, я пока тут постою. Меня еще не замочили, я тоже стал убийца. Так мне никто не мочит. Хотя есть давайте бабка Гренни. Куча всех. Так можете любого брать, свободный выбор. Я опять загасил аниматроника. У него жизни может мало? Фиг его знает. Никого нету. Опа, идет, идет. Ну так меня не убить. Я ж тебе не тот, что ты, пацаны. Надо, пока он там бегает, под воду убежать. Стоим. Потихонечку съезжаем. Погружение успешно. Где он, пацаны? Он побежал, да, за кем-то? Вот он. На раскорячка. Он же, кстати, тпхаться может, наверное, английскую. Он убил кого-то или нет? Фиг его знает. Еще один бежит, брат его, двойник. Не убил, не убил. Ну убей хоть кого-то, ну. Я его опять убил. Не могу попасть вообще. Ты сможешь, ты сможешь. Бери любого другого аниматроника. Который, ты можешь стать невидимым, невидимым убить нас. Ой-ой-ой, взрывы мощные. Тогда я возьму. На, попей. А он уже на раскорячке сел. Вот так четко кину гранатку. Ну где он? Фликс, на. Опа, он взял эту раскорячку нашу. Чику-чикатилу. Хопа.
Хопа! Меня так не убить. Ну разве что так, а так. Ой, извините вас. Ничего страшного. Главное, что не убил меня не аниматроник. Это та серия, где меня не может убить никто. Представьте, если бы я был бы аниматроником. Как бы я всех убил быстро. Ух ты, бродяга, я тебя сейчас забаню. Потому что только я так могу мочить. Ого, звуки какие. Хотите, давайте я покажу, давайте один я убийца. Вы все против меня одного, сейчас, подождите. Давай. Просто я смотрю, как вы играете, смотрю. И понимаю, что настоящий игрок, это, конечно, не то, что вы думаете. Ты. Готовы? Да. Погнали. Ну чё, родная, погнали. Первый пошел. Так, ты пехаемся в потолок. И пока летим, гасим всех. Ну, кто следующий? Как показать вам еще? Я, вот я. Давай. Ну давай, давай, убей. Опа, опа. Вот я, вот, вот, вот. Где Димас? Че, не знаете, где я? Нет. Да я. Че, всех убил, не всех? О, я, короче, на вышку тпхаюсь, буду с вышки вас гасить. О, тут Пикачу маленький ходит. Привет. Сам себя убил, да ты молодец. Ты профессионал, как я. Чё, пацаны, я вот на вышке, видите, вот я сижу. О, попадает кто-то. Ну слабо, слабо, очень слабо попадает. Я вот здесь рядом был. Ты не туда смотришь, я тпхнулся за одну секунду к вам. Короче, я вам показал, что возможно убивать очень всех и быстро. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы идем вовнутрь. Давайте я так вкратце полечу немножко вверх и покажу, какой лабиринт. Лабиринт довольно-таки немаленький. Наша цель добраться до той башни. Ребята, можем, наверное, использовать оружку, да? Только не очень мощную такую. Но главное, наверное, повыживать все-таки. Подождите, я уже не Дима, помню. Дима, сразу предупреждаю, тут некоторые тпхаются. Некоторые SCP-шки? Да. А мне это нравится. Там есть, короче, SCP, который это такой, знаешь, с него льется черная моча такая вот. Он телепортируется. Вот я его вижу! Вот они! Только сказал... А! Блин, они классные, вот эти SCP. Ребята, это новый пак. В следующей серии мы сделаем на него обзор. Если вы хотите, ставьте плюсик или пишите в комментариях. Мы обязательно запилим. Так вот, слышите, такие звуки уже стрёмные. Это значит, они рядом. Вот смотрите, черная, видите, лужа от них остается. Это что, он меня спалил, что ли? Нет. Да. Нет, это он его спалил. Сзади, сзади! Наказывай его! Ё-моё, не. А, блин, я не успел стрельнуть! Блин, они реально крутые! А теперь я не боюсь их. Кстати, где черные пятна, тут мы уже ходили. Так, наша цель добраться до башни, которая находится в углу лабиринта. Но я что-то не знаю, как туда дойти. Так вот, кусок лабиринта тупиковый. Так, давайте с этой стороны зайдем. Такс. Я слышу, они по всей карте какие-то звуки конченые издают. Пацанов не вижу, хотя нас играет очень много человек. Так, отлично, я приближаюсь. Так, подождите, а тут я был? Во-во-во, отлично, я уже рядом. Так, сюда нельзя. Это вообще что это красное пятно делает? Ничего не делает. Пацаны, а вы где? Во, я нашел какую-то штуковину, башню. Отлично. И тут стекло. Я могу теперь по мосту перебираться. Так, я вижу пацанов. Какой-то звук такой, как будто они меня спалили и где-то рядом ходят. Других из цепишек я не вижу. Вот эти самые такие топовые. Сейчас, короче, ребята, будем добираться вглубь. Так, теперь надо нам на ту сторону, на ту башню. Давайте, чтобы было интереснее, по мосту пройдем. Сейчас мы спрыгнем туда к ним. Так, идем, палим. Классно, классно. Заполонили, короче, весь лабиринт. Чё, думал, они где-то вылазят, а? Они нигде не вылазят.
А, вылазят, но они снизу. Вот они, пацаны, тут. Мочите их шарами. Ай-яй-яй. Бывает в жизни огорчение. Я вижу войну на мосту. Так, пацаны, я бегу к вам. Чпонькс, чпонькс. Эй, их упал. Нет, не упал. Чпонькс. Так. Видите, их шары сжигают. Лабиринт, который боишься спрыгивать вниз, то сразу замочат. Так, давайте стоп-саунд. Чпонькс. Так, а где чумной доктор? О, вижу, вижу, один стоит монстр. Я спрыгиваю к нему, я его не боюсь. Я тут, секунд. Я пошутил, я пошутил, я пошутил. Мочите его электричеством. Давай, 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 давай. Он не знает, к кому бежать, ко мне или к тебе. Если что, я увернусь. Умрешь ты или нет? Чудовище ты электрическое. Есть, извини. О. Извини, не хочу. Еще один. На. Эй, не кусайся. Мы добрые. Что это за собака такая? Это снова мода, который мы сегодня скачали. Мочим его в 1000 стволов. О, кислоту он, видно, не любит. Его жгет. Аж шипит. Есть, есть. Так, ждем, когда кислота пройдет, идем туда дальше. Так, так, так. Слышу, слышу музыку стрёмную. Где-то кто-то еще есть. Ого. Подарушку выдает. Такс. Я вижу, я вижу. Эй, слышь ты. На. Ой, двоих сжег. Вот это я профи. Еще один тут. Диппер, прикрывай меня. Так, так, так. Никого. А, на этой карте, наверное, не будут аниматроники бегать. Я понял. Только это из цепишки будут эти бегать. Бежит, бежит, бежит. Умри. Красавчик. Троих, четверых. Еще. Ой-ой-ой-ой, эпический. Это прям их ставит, а мы их валим. Не успевает ставить их. А. А, не мочи. На. Блин, не успел, я просто не успел. Еще б чуть-чуть, я бы их замочил. Так, ребята, давайте я поставлю парочку штук. Сейчас я вам покажу, что такое хардкорное выживание. Сейчас. Ну давай, я весь внимание. Ты мне не веришь, да? Нет, почему? Я верю. Ребята, смотрите, кто у нас тут есть. Сейчас будет вам веселье. Серьезно? Да. Это очень много скромников, которые просто ненормальные какие-то. А может, не надо? Надо. Мне уже страшно. Не бойся. Так. Такие музычки стрёмно играют, мне нравится. Я не знаю, сколько их уже поставил. Очень много. Поэтому сейчас будет, наверное, веселье. Так хочется, чтобы было равномерненько по всей карте. И вот здесь давайте поставим парочку. И вот здесь. Так, ну что? Я не знаю, я их поставил очень много. Надеюсь, будет весело. Начинаем идти в этот сумасшедший лабиринт. Да, давайте по центру пройдем. Я по центру еще ни разу не ходил. Так, кто со мной, кто не сыт? Идем. Я с тобой. Давай, идем, идем, идем. Я, кстати, уже не помню, где их поставил. О, вот, стоят. Мочи их. Пока он не успел, надо его замочить. Я побежал, прощай. О, блин, еще один. Так, давайте сюда побежим. Скромники сбежали, я не знаю. Да-да-да, они начинают психовать. Я слышу этот крик сумасшедший. Куча скромников за мной. Девы. Интересно, они найдут дорогу, если я так буду быстро бегать? Попал.
Попал. Блин, такой звук, как будто он сзади где-то. Я не могу его убить, он какой-то бессмертный. В голову, чисто. Так, никого нету еще? Мочим его дальше. Я должен убить этого скромника. Ого, их там сколько. Это жесть. Так, как-то так. Вы слышите, они по всей карте орут. Это жесть просто. Как это очень страшный лабиринт получился. Мне даже страшно по ним бегать. Потому что не знаю, что за углом тут ждет тебя. Ого, их тут трупов. Куда вы их успели уже замочить? Прощайте. Бум. Смотри, как красиво по центру лабиринта жахнул. Ни одного. Всех убили. Давай посмотрим, что они делают. А ну-ка. Мужики, вы что делаете? Как вы вообще мочите? Во, музыка страшная. Так, и что дальше? Вот. Уйди, пожалуйста, со своим скромником. О, а что это? Что? Это из-за обезьян, что ли? Воду. Потому что у меня тоже все потемнело. Нифига себе, круто. Может, оно и бы и не сильно потемнело, просто их очень много. Ого, меня убили они. Как это произошло? Ребята, сейчас мы будем свет делать. Валю. Привет. Если петь и кушать, приятного аппетита. И мы начинаем выживать. Так, давай за тобой бегу, бежим на башню. Быстрее, быстрее, быстрее. Я слышу, как он сзади уже знал, Серега. Мы умрем, мы все умрем. Нет, мы выживем. Мы выживем? Ты давай, жопа. Давай, давай за мной, Серега, я покажу дорогу. Так. Отлично. Ребята, приближаемся. Серега, ты успеваешь? Да. Молодец. Мы уже у башни. Практически, но еще не у башни. Блин, запутанная карта очень, да? Фух, блин, тут уже один челопиздрик с нами. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное, как сейчас вы наблюдаете на своем экране. Так, где этот челопиздрик ходит? Где-то по лабиринту. Так, хорошо, что с каждого прыжка у нас будет отниматься всего 10 хп. Поэтому можем спрыгнуть с собой, Серега, 9 раз. Так, кто-то упал уже. Серега, ты его видишь в лабиринте? Я не вижу. Я вас вижу. Вижу, вижу, Серега. Где? Бежит, 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 бежит. Вон. Да, приближается к нам. Так, какой у нас будет тактика отхода? Прыгаем вниз и бежим снова на башню. Так, я не понял. Так, он заходит. Он заходит, ребята, ребята, будьте внимательны. Так, я уже прыгаю вниз. Я внизу, пацаны. Дима, он за тобой побежал. Я вижу, я вижу. Блин, пацаны, прощайте, я сейчас умру. Ай. Дима, беги лучше. Он пробежал мимо. Он пробежал мимо. Классно, классно, классно. Давай на башню быстро. Он за тобой бежит. Вижу, вижу, вижу. Так, поднимается. А я сижу, и мне вообще по барабану. Я сейчас только поднимаюсь, сразу прыгаю вниз опять. Давай. Все, я прыгнул опять вниз, пусть ловит. Я внизу, пацаны. Вот, блин, не в этот раз не ведется. Блин, я слышал, как он спрыгнул вниз. Поэтому, ребята, внизу. Очень страшно, когда вы знаете, что бегает злостный аниматроник, который хочет меня убить. Он но... нас всех хочет убить. Но у него не получится, да, Сережка? Да. Потому я что кто мы с тобой? Мы? Банда. Фокси! И сейчас, Серега, у нас уже получается сколько? Два аниматроника. Так что, ребята, стало теперь в два раза тяжелее. Надеюсь, я буду, Серега, последний проигравший. О, бежит. Ай, ё-моё! Я к тебе смерти. Яких смерти? Так, такие смерти. Серега Юна, молодец. Так что, получается, я шел. Все?
Пожилой аниматроник. Я уже бегу к тебе. Серега, ты думаешь, ты выживешь? Давайте возьмем быстро аниматроника. Не он? Это не он? Это он. Бежим со всей силы, Сережечка. Ты же понимаешь, что если я стал аниматроником, у тебя шанса выжить крайне мало. 100%. Проиграть. 100% выиграть. Нет, я тебе не разрешаю, ты должен проиграть быстро. Серега, то ты там наверху? Да. О, вижу, прыгнул. Так. О, привет, Димка. А я не могу прыгать? Да, не можешь. Калашматки! Так будет лучше, ребята. Мне кажется, я его так быстрее убью. Он меня сейчас не будет видеть, где я подхожу. А я уже подхожу, Серега. Готовься, твои последние слова. Нет. Так какой нет? Говори слова да, потому что два... да тебе под... Соловись с тобой, бедима. Так, ребята. Я его не слышу. Где он? Кто он? Да, Серега. Я на башню влезу. А ты врешь, ты так всегда говоришь, когда убегаешь. О, у нас тут стоит еще один. Так, нас тут двое. Где ты видишь игрока? Вижу. Вон Дэшка бегает. Уже это бежит. Нас не найдут. Так, ребята, внимательно. Вижу Веста. Вест, тебе пора умирать. Он уже убежал от тебя, Димас. Да блин, да скажи ему. Да ну ё-моё, тяжело убить пацана, очень сложно. Я запомнил, где он, а он еще дальше пошел к углу карты. Ну потому что он засал, он же боится настоящего аниматроника. А я знаю, что все боятся. Убивая с одного удара. Вонючих аниматроников. Чё вонючий? Я чистый, пахучий аниматроник. Новый. Давай за километр запах смердит. А я тебя не вижу, Серега. Ты решил подколоть меня? Да я спрятался в лабиринте. А, в самом лабиринте? Да. Это аниматроник. Вон Дима. Это Дима вон, на вышке. Так, подожди. Сейчас, подожди. Я найду его. Вы что думаете, он самый умный? О, убили! Серега, тебя убили! Ура! Это не ты. Ну не я убил, но все равно классно, что тебя убили. Ну что, Серега, теперь ты один из нас? Да. А я уже, короче, взял аниматроника, невидимку. Хотел тебя невидимым подлететь и убить. Да так нечестно уже. Не, ну я знаю, но я хотел. Ну, нельзя, так бы и не засчиталось. Не, ну я знаю, но я бы это сделал. Ну я бы тогда это взял бы админский пистолет и летал бы и мочил всех налево и направо. Так нельзя. А я все равно бы взял. Так, кого мы не убили? Кого-то не убили. Квеста. Квест. Тему. А, нет. Так, собираемся все на башне, я вас жду. Сбор аниматроников. Перекличка. Я уже туда бегу. Так, я никого не наблюдаю. Я, знаете, прям приглядываюсь в каждую точку лабиринта, но я никого не вижу. А, вижу, сейчас. А, ты тоже аниматроник. Так, я вижу аниматроников, настоящих игроков не вижу. Может, их уже мы всех поймали, пацаны? Нет, двое еще. Это двое? Да. Саба, кто-то пробежал только что. А, нет, это аниматроник. Так, Серега, мы никого не найдем в этой серии, все, да? Не, сейчас найдем. Ну, как ты думаешь, может они уж там вот в углу где-то под стенкой? Да не, навряд ли. Кто, кстати, в подземном прячется, тот... Мы не найдем вас, да. Тот карапуз. Серега, ну что ты решил? Ну вот, я сейчас по стенке, видишь, хожу, ищу их. О, можно сюда? Серега, смотри, где можно ходить. Где? По стенке. Прям по стене можно идти. И чекать их. Так, ребята, сейчас мы по-любому кого-то найдем. Это, наверное, самый один из лучших методов поиска
телепиздриков. А, подожди! Подожди. Блин, я пока думал, что там кто-то сидит. А там никого нету. Хорошо. Серега? Да. Ты я ищешь? Я на стенке бегаю еще, смотрю. Как я? По лабиринту, да. Отлично. А если мы никого не найдем, это что за бред будет? А вы не... Серега, знаешь, где мы еще не искали? В воде. В воде. Так, ты что опережаешь события? Я иду, короче, в воду. Тут никого нет. Нема? Да, я смотрю. Блин, печально, кстати, ребята. Давайте быстро возьмем. Так, сюда нельзя. Ахаха, пишет Серега. Да я вижу, вижу. А почему он пишет ахаха, если мы можем их убить? Да сейчас. В воде точно нету? Ты хорошо искал? Да, там я... вот. Так, перепроверю, потому что хитрые жопы, обзор маленький. Серега, где он был, пожалуйста, скажи. А он в углу сидел, лабиринта. Правый нижний угол. Блин, а я что там... А, да, я там как раз не искал. Это вот здесь вот получается где-то. Так. Кого еще не нашли? Все, всех нашли? Одного челика. Одного челика не нашли. Хорошо. Может, он где-то так заныкался сильно. Давайте для эксперимента просто найдем мы его или не найдем. Прикинь, куда-то залетел или в подземке сейчас сидит. Да, 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 мы его ищем. Давайте, чтоб наверняка. Не вижу. Под водой, может? Это аниматроник. Нема под водой. Искал. Еще раз. Еще раз под водой поищешь? Да. Ищи. Блин, ребята, его реально нету нигде на карте. А я... Да Серега. Дима. Ну нету его нигде. Он тебе уже подсказывает. Он в середине. В середине? Да, он написал в чате. Вот, вот середина лабиринта, вот. О, Серега, неужели вот такие мы лохи не могли его найти столько времени? Да. И все, что надо было сделать, просто в середину залететь. Он убежал. Он убежал. Так, Серега. Mm. Есть один метод проверенный. Тем более все давно просили и скучали. Ой, ребята, эпично. Все, мы тебя нашли. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, просмотрите мои ролики еще.